Изначально это здание строилось совсем не для женской гимназии, а для офицерского собрания. Строила его предпринимательница, тоже женщина, Эмма Карловна Лури. Одна из известных домовладелец дореволюционного Барнаула. Здание было построено в 1905 году. Но, судя по всему, почти сразу после того, как оно было построено, через некоторое время здание арендовала бийская предпринимательница Мария Флегонтовна Буткевич, которая решила открыть здесь частную женскую гимназию. Дело в том, что образование до революции в России было раздельным, отдельно мужским, отдельно женским. И было оно как казенным, то есть государственным, так и частным. Вот частная женская гимназия обучала девочек по гимназической программе.